Покровская ярмарка прошла в школе номер 22 Владивостока в день большого православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Жители микрорайона могли приобрести сладости, напитки и выпечку, сделанные руками самих учащихся. Особенностью ярмарки является ярмарочная валюта – скоморошина. В этом году она была равна 20 рублям. По словам директора Анны Володиной, 50% заработанных средств будут выданы родительским комитетом классов, 20% пойдут на благотворительность, остальные – фонд школы. Отметим, все зоны ярмарки были оформлены в стиле осень и тематики народных сказок. Помимо торговли, на празднике работала игровая зона, состоялись дефиле ярмарочных костюмов и праздничный аукцион. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.